Ребятки, мы тут все собрались, чтобы сыграть челлендж. Нет! Нет! А, я выполнил этот челлендж от Эрика Шокова. Две премки разыграю прямо сейчас. Ну, у меня сейчас Шок сидит на стриме. Я приду за каждым вот так. В этой рубрике я доначу тем стримерам, которые играют на Сайбершок. В прошлом выпуске мы раздали 200 тысяч рублей. Пришло время продолжить раздачу, но деньги они получат не просто так. Они должны это заслужить. А, вот, нашел, все, есть. Надо вглубь спуститься немножко. Вот, все, есть. Так, Дэвид? Да. Так. Бро, надо тренироваться. Давай сегодня пройдемся по большему количеству людей, поэтому донаты будут поменьше. Как будто сюрф хочется, я не могу. А, сюрф хочется. Опа, тогда на сюрфе давай. Все, вот эту карту давай. Вот эту карту давай, разберем сейчас. Так, ну слушай, у него лучшее время 3.43. Давай пусть сделает за 3.20. Чем для тебя? Я тебе доначу сверху 25 тысяч рублей. У тебя ровно час. Ровно час. Окей. Спасибо за 5 тысяч большое, во-первых. Сколько там? 3.30? Видишь, тут не просто серфинг, тут надо еще облетать с рифами вот эти ограждения. Но она посложнее, да. Смотри, ну он пока идет без единой ошибки. В принципе, 5 тысяч уже вайба, да. Ну да, я, кстати, доначу 5 тысяч рублей, чтобы, если он не выполнит, хоть было бы счастливо. Ну да, это чисто утешительный близ. А, ну здесь вот так вот надо крутиться. Ну слушай, умеет. Он не... Не, он, да, конечно, умеет, он ее проходил как минимум, поэтому явно он умеет. Ладно. Так. Бля, смотри, у него не получается уже. Как будто я уже не успеваю. Он упал, да. Ой, как хорошо идет. Так. Он набрал скорость, нормально. Ну здесь, наверное, самое сложное будет. Ой-ой-ой. С первого раза, что ли? У него 30 секунд осталось, брат. Бля, если он ее пройдет с первого трая, это будет очень жестко, на самом деле. Сколько осталось, я не знаю. Наверное, это последний. Это, наверное, последний стоит. Бля, думал, он сейчас застопится. Заново. Не, у него час времени, мне кажется, он может пойти спокойно. Да, у него была первая попытка, и он уже был почти близок к победе, поэтому 3.30 он точно сделает. Смотри, ему просто... Это... Ему... 2 секунды! Это кошмар! Ну это пиздец. Ну близко, он может. Да не, он точно выполнит, чувак. Все хорошо. Вот сейчас получится. Скорость хорошая. Вот сейчас пошел. Слушай, ну у него проблемы. 3.20, 3.23, 3.24 и... Сорян, время было слишком простое. У тебя еще 40 минут. Сделай меньше, чем за 3 минуты. И я доначу в этот момент. Время было слишком простое. У тебя еще 40 минут. Меньше, чем за 3 минуты. Ну, пи***ц. Спасибо за 25 тысяч. Мне так расстроился. Спасибо за 30 тысяч, большое за челлендж тоже спасибо. Да ты мудак, зачем ты закинул? Чё, как обратиться за возвращением денег? Мы добавили все новые скины и брелоки в скинчейнджер Сайбершока. Играя с любыми скинами на более чем 20 режимах. От 5 на 5 до десматча абсолютно легально. Но также используя остальные функции, входящие в подписки. Купив любую из них с моим промокодом, ты получишь дополнительно 5 дней к длительности. То есть не 30 дней, а 35. Спойлер, совсем скоро пикем на мажор. Поэтому попробуй подписку прямо сейчас. Сайбершок тренируемся. Смотри, прямо в названии. Ну это чисто байт на название. Должно много людей с ними. Не поверишь, запустился 10 минут назад. За 2.40 ты всю эту карту пройдет. Ну короче, все кроме серфа. Самая популярная наша карта. Прохождение 206 тысяч. Мое время 2.27. Кстати, я гораздо лучше, чем он. Что? Тогда ему свой рекорд. Скажи, побей мой рекорд. Да, давай. Я не побью рекорд. Я не умею бухабить. Так. Я очень сильно расстроен. Ну, у тебя на выполнение час. А, час? Вначале. Все, окей. Час. Так, ну все, он полетел. Я не думаю, что он сделает это с первого раза, поэтому... Пока что мы от него уходим. Так, что у нас тут происходит? У него все очень плохо. Он до сих пор не побил этот рекорд? Нет, понимаете, я уже в ролике. Я очень рад. Так, ну да. Ну нет! Шок, честно, я очень рад. Не деньгам, я рад, что ты вообще зашел. Потому что для меня это правда важно, я очень хотел этого. Как моя типа мини-мечта была, я очень рад. Вот, но я не смогу пройти, скорее всего. Я буду стараться, я, во-первых, весь потел уже. Я очень буду стараться. Ну, у меня рекорд 3 минуты, чтобы ты понимал. Это я
Это, ну, я не могу его побить уже очень давно. О, что? Ты видел? Бро, время не теряй. Что? Я весь дрожу, подожди. 2.29. Ваше время 2.27. Чё? Две секунды не хватило ему. Ну это на страйк. Это пи***а. Кошмар. А есть крип какой-то? Представь на 2 секунды. Нет. Так, вот. Я уже слышу, это нет. Да. Он сгорел. Смотри, он... Ну смотри, он несколько раз ошибался. Не, он точно выполнит, у него есть 30 минут еще. Если бы он здесь внизу. И при этом почему на 2 секунды опоздал. Какая у него скорость ужасная. Какой ужас. Нет! Нет! Не то, что он упал, он всего лишь опоздал. Твой рекорд ты побил бы тебя. Я не прощу это себе, нахуй. Слушай, ну на самом деле было классно. У него точно все получится. Он сделал очень большой апгрейд после своего прошлого рекорда. Я весь дрожу, подожди. Не, если он не выполнит, это просто расстройство. Это вечное расстройство будет. Жду тогда. Шок, посмотри, пожалуйста. У тебя много времени еще. Фух, блядь. Слушай, так хорошо он проходит, аж почему он в конце проходит? Ну смотри, пока все идеально у него. Идет на рекорд. У меня есть маленький лучок надежды, но... Вот-вот, из-за таких ситуаций, когда я между проваливаюсь. Надеюсь, ты прошел, чувак, давай! Да ёпрасота... 10 минут прошло. Брат, ну уже все, он прошел. Уже да, уже все. Братик, к сожалению, ты не прошел карту. Он был близок, на самом деле. 2 секунды. Ну чё, утешителям даем пятерку сверху? Я думаю, да. Спасибо большое, спасибо. Ладно. Ну, слушай, он устал уже. Сидит тут, ну и тоже карты играет. Подарюсь. О, ждем задание от Шока про плеер. Вот это да, подготовочка. Смотри на его сетап. Просто проигрываю. Там всех жесткий. Похоже на Бондика. Именно расстановка монитора. Слушай, ступсик человек. Он играет ретейк. Я не хочу ретейк, скучно. О, давай, пусть заходит на дуэли. Я ему даю рандомного противника. И если он выигрывает его, то он получает 25 тысяч рублей сверху. О, привет, Эрик, привет. Привет, Эрик. Я как раз тебя ждал. Не верю. Такая неожиданная история. Продолжайте на режим Duels, и я выберу тебе противника. Нет. Если выиграешь 30 раундов у него, получишь еще сверху 25к. Так, все. Заходи на этот сервер, брат. Ты должен обыграть игрока с 10-м левел фейсета. Никнейм In-Out. Let's go! Давай, In-Out, я в тебя верю. Играй на всю силу, то есть без подавков. А, я понятно. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, первый раунд был не очень от своей стороны. Ну, что-то умеет, кстати, знает респы. Ну, на концентрации. Он после каждого килла поднимает голову. Я слежу за этой игрой, как будто смотрю за своей командой. У меня такие же вайбы. У тебя преимущество, он очень сильно нервничает, брат. Хорош! Let's go! Как? Нет, какой нет. Спрей? Хорошо у него идет. Хорошо у тебя было. Так, ему осталось 5 раундов, и он выигрывает 25 тысяч рублей. Но, возможно, In-Out проснется. Да, блядь, ну... Да нет, я не верю в это. 4-2. Так, 22-28. Близкая игра, скорее всего, прямо сейчас. Так что? Да он нечестный. У тебя обвиняет читак, брат, все, супер. Нет, 2 килла. Я пробал 25-30. 25-30? Да. Ну все, ему донатишь тогда. А зато купит второй моник, смотри, сейчас он на втором монике. Да, я выполнил этот челлендж от Эрика Шокова. Сюда! Смотри, прямо сейчас придет донат, это просто так схвачено, смотри. Я не знаю, как это передать, я очень нервничал, у меня тряслись руки. Спасибо тебе, Эрик, за челлендж. Спасибо, Эрик. Я так переживал, пацаны, я так волновался. Хороший фейм. Этот где играет? Мы пойдем на Death Run. Ее должен пройти карту. Там тоже КЗ, чувак. Привет. Ты должен пройти карту за 30 минут. Ты получишь 2-5 на 0 рублей сверху. Что за карта красивая? Это наша, мы сами делали. Реально? Да. Ребятки, суть простая. Это Death Run, который был в 1.6, это наша авторская карта. Получается... КТшник должен просто пробежать всю эту карту, добежать до финала, где он выберет какое-то задание.
И его задача убить просто террориста. Если он это сможет сделать, он выигрывает. Но террорист нажимает на вот эти вот кнопочки, и происходит активация ловушки. А есть вариантик на мясо людей пускать, типа, и потом... Ну, вообще, да, это на самом деле хорошая тактика, просто выпускать всех, и потом... О, смотри, он для первого раза шикарно прошел. Так, она сейчас, она не остановится? А, она... Ой, блин. Чё за ворота, Лин, чё за ворота, ты знаешь? А, я хуй знаю, что делать. Блин. Дуэль, по-моему, самая... О, смотри. Он издевается. Пожалуйста. Молодец. Ну все, он смог это сделать. Слышишь, Гасан? Добавь монетку в друзья. Он тебе 2000 рубасов скинет. Ну я его добавил в друзья, но не думаю, что такое будет. Let's go! Донат! В донате, понимаешь, чувак? Привет! О, Шок, привет. Давай задача зайти на сервер АВП Лего, где больше, чем 12 человек, и сделать агитацию на раунд с ноускопами. Ты должен стать лидером. Короче, делай все, чтобы, типа, чуваки послушали. Всех это сделать. Если хоть кто-то убьет с ноускопом, луз. Задание интересное, но оно, да, оно, типа, такое, него не зависит, что на все 100%, да. Ну что ж, давай, Манганак. Так, теперь надо это осознать. У тебя на это... 15 минут. Спасибо большое за 5000. Сейчас у меня руки трясутся, сейчас, секунду. У них один тоже скрипт, чувак. Я им доначу, они говорят, что они волнуются, у них там все трясется. Любыми способами. Я могу говорить, что-то типа ты попросил? Любым способом. Твое дело. Че, куда он зашел, подожди? На ВП-лего. Ну, здесь очень много людей. Здесь очень много людей. Он выбрал сервак, где типа слишком много забыл. Да-да-да. Ну, я думаю, чуть позже догадаться. Пацаны, если сейчас все будете играть ноускопами один раунд, то я среди всех разыграю одну премиум вип. Все ноускопами. Угу. Так, уже... Да. Ноускопами, пацаны. Все молодцы. Да, сейчас что-то еще придумаем. Да, что придумать? Поменяй сервер, чувак. Ну, тоже верно. Давайте следующий раунд сыграем онли ноускопами. Не-не-не. Если все будут играть онли ноускопами, то разыграю премку среди вас. Рандомного. Это выдам. Фриковое предложение. На месяц. Я не верю ему. Всем просто. Сейчас обновлю там 12 человек. О, догадался. Ему надо с тактику сменить. Пацаны, давайте сейчас раунд сыграем полностью. Да поздоровайся хоть с людьми. Если все ноускопы делаем, разыгрываю две премки среди всех. Уже тихо, ставки повышаются, две премки. Как так играть? Он просто заходит и говорит, пацаны, играю ноускоп, даю премку. Здоровайся. Пацаны, давайте все ноускопами сыграем. Абсолютно все. Если все ноускопами играют, если все ноускопами в раунде играете, я сыграю две премки. Две премки среди вас. Если все прям ноускопами. Кто без ноускопа? Мужчина. Тот и мужчина говорит. Все ноускопами, никто в зуме, никто. Так, пока нормально. Все. Так, зачем? Зачем в зуме? Нужно полностью, чтобы все были ноускопами, все. Так, все, я больше не подсказываю. Все ноускопами, давайте, прям все абсолютно. Там много людей играло ноускопами. Мне нужно было просто тем, кто играл со скопами, сказать что-то. О, смотри, пока идет все хорошо. Подожди! Ноускопы, я видишь, там тип скопом стреляет, из-за этого надо заново, все ноускопами. Все... Затроллил. Все ноускопами, две премки разыграю прямо сейчас, если все ноускопами, абсолютно все. Ну, у меня сейчас Шок сидит на стриме, мне он сказал челлендж, если выполню. Как плохо. Как плохо. Зайди на Twitch, сейчас скину. Все ноускопами, абсолютно все, давайте. Уже проиграл. Он одного убил! Одного! Еще один раунд у нас Катак одного убил с купом. С копом, с зумом этим. Все ноускопами, все, Катак. Он уже на агрессию пошел. Ну, типа, это очевидно, что они перестали так делать, но он начал их оскорблять, пошел повышать тон. Зачем? Так, ну вроде все слушаются, смотри. Ну, Тимера. Мера, зачем ты с зумом стреляешь? Молодец, ты выбрал человека. Обрати, скажи его, попроси его. Моя, Наги Прайм и Мера, два человека нарушают. Мне надо Наги Прайма убивать как-то первым. Да, потому все, сейчас скопами бессмысленно. Нужно в начале раунда, чтобы все, абсолютно все скопами играли. Можете сами зайти на Twitch, посмотреть чат. Мне Шок дал это задание, пожалуйста. Буквально пару минут осталось. Так, ну последняя попытка у него, скорее всего. Все, ну, а все равно не получилось. У тебя не вышло, брат. Ну,
Какая? НТ. Ну, у нас почти, кстати, получилось у нас. Ну, получилось, там один чел только... У нас почти вышло, у нас в одном раунде. Единственное, что, типа, стрельнул зумом. Так бы это полностью бы был раунд там с копами. Ну, я думаю, это классный повод прокачать лидерские качества. И 5000 рублей — это немалые деньги. Он получил за попытку. Слушай, а давай сделаем наоборот. Вау, возрастание аудиторию. Самых низов. Ну, вот челы, у которых там 0 зрителей, 1, 2, 3, они вот обычно самые жесткие эмоции выдают. Ну да, да, я вот ищу сейчас кого-то. Так, есть один, есть второй, есть третий. А, да, все наши стримеры вот здесь, с одним онлайном. Ну так, ну так, вот они, наши клиенты. Привет. Привет, здорово, здорово, Шок. Так, хорошо, окей, с первым у нас готово. Она закончила! Ты куда выключила? Включай стрим. Обратно. Я хочу... Я дойду до нее, смотри, чувак, я дойду до нее сейчас. Привет! Ты почему стрим офнула? Я ей звоню. Да. Можно просто реально набраться наглости и позвонить. Включи стрим обратно, эй! Я просто кушать хотел. Ну, выбирай. Либо кушаете, либо 5к. Я запущу. Все, супер. Ребят, я приду за каждым вот так. Не выключайте стрим. О, Эрик, Эрик, зашел. Это наш клиент, это наш клиент. Эрик, зашел. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. 18 человек. Ребятки, мы тут все собрались, чтобы сыграть челлендж. Топ 8 через 10 минут получают по 5000 рублей. Остальные, к сожалению, ничего. Утешительно тоже не будет. Вы все умеете играть в КС. Кто-то лучше, кто-то хуже. Но здесь победит сильнейший. Сильнейшие 8. Давайте, я всем желаю удачи. И я буду к вам заходить на стримы, смотреть, как вы играете. Любое оружие, кроме... Давайте без авиков. Все, всем желаю удачи. Перезапускаемся, и мы начинаем эту игру. Давайте, ребятки, погнали. Все, игра пошла. Так, Тони. Полная концентрация. 2500 элла. Ай-яй-яй. Далекий спаун. Наверное, самый взрослый в этой рубрике. Ой-ой-ой, спреймастер. Она до сих пор там. Я сейчас плакать буду. Что он там делает? О, хорошо стреляет, посмотри. Она двигается неплохо. Очень хорошо, очень хорошо. Она реально хорошо двигается. Так, что у нас здесь? 1300 рейтинга. И... Ну, двигается, да, плачевно. Хей, Ларвус. Так, смотрим апсы, 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 противник. Апсы не сможем убить. Тут чел смотрит, не смотрит. Значит, мы занимаем пит. Спокойно. Это что за заготовки такие? Он сидит, тренируется с озвучкой. Вот зараза. Вот зараза. Простой БТВ. О, свою. Это... Вот сразу видно, что двигается неплохо. Кто этот Тони? Он всех убивает. А, вот он. Тот самый. 2500 элла. Это плохо очень. Так, ребят, ребятки, пауза, пауза. Вы чего? Пауза. Так, ну что ж, ну очевидно здесь победил Тони, но он не один. Те, кто занял призовые места, можете возвращаться на свой стрим, донаты придут. Все, кто, к сожалению, не попал в топ-8. Ребятки, ну, в следующий раз. Надеюсь, вам понравился этот интерактив. Всем желаю очень хороших стримов. Очень понравилось. Удачи, спасибо, по жизни спасибо. И спасибо. Хороших тренировок. Эрик Шук, спасибо большое за контент, который ты делаешь. Повторюсь, опять же, смотрю тебя с 2017 года. С 10 лет я смотрю. Спасибо. Очень приятно было поучаствовать в ролике. Очень было приятно поучаствовать в ролике. Кайф. Кибершок — самый лучший сервер. Спасибо. Спасибо. Ебать. Реально. Не зря потел, я думаю, сейчас рука отвалится. Спасибо. Все, красота. Большое спасибо. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Офигеть. Я безумно рада была поучаствовать в этом. Я думала, я даже не пройду, если честно. Я правда думала, что я не пройду. Советую посмотреть прошлый выпуск, где мы раздали 200 000 рублей. Но перед этим не забудь поставить лайк под этим роликом. Спасибо.